Намами Ганге Тавападу Панкаджам Сура Сурайра Бандито Диппарупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитям Бхаван Рупена Садханаранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гоури Нирантара Вивуши Тавам Бхагам Нараяно Прияманга Мада Пахарам Баранаси Гурапати Бхаджави Шанатам Ваги Шаджаша Бадани Лакшми Раджаса Вакшаши Ястастиде Самби Там Нишингамахам Бхаджи Тамади Девам Пурушо Пуранам Тамалаварнам Суитаватарам Апара Сансара Самундра Сетум Бхаджамай Бхагавату Сарупам Ямрава Яннамана Петама Пета Критвам Дайпаяна Вираха Тарваджуха Путрети Танмая Таятарво Винедум Вам Сарва Бхута Хидаям Мунимана Тасми Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари Рам Хари Рам 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 Хари Ячактаю Вадатам Вадинам Вай Вивад Сангвад Бхуво Бхаванти Курванти Чайсам Мухуратмамахам Тасмай Намананта Гунайя Бхуне Ячактаю Вадатам Вадинам Вай Вивад Сангвад Бхуво Бхаванти Курванти Чайсам Мухуратмамахам Тасмай Намананта Гунайя Бхуне Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад told Гаудия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, те, кто боги и те, кто тьяги, все они находятся в обусловленном состоянии. То есть те отреченцы и наслажденцы, они все находятся в обусловленном состоянии, так сказал Шрила Прабхупада. Но преданные, они всегда служат Верховному Господу и получают огромную радость от этого служения. И те, кто стремятся к материальным наслаждениям, и как долго они будут наслаждаться ими, они прекратят это в какое-то время, и таково состояние американского или европейского общества они достигли наивысшего наслаждения, которое возможно в этом мире, и им это надоело. Они присытились этим. И вначале мы думаем, что это какие-то материальные наслаждения, они очень хороши, но впоследствии обнаруживаем, что это подобно яду. И бесчисленное число времени мы будем страдать, и нету толку от этого. И также те, кто очень... И также те люди, которые стремятся к отречению, те тьяги, они еще больше наказания получат.
если наслажденцы хотя бы могут как-то спастись, то для отреченцев это сложнее. И вот те, кто провозглашают себя отреченцами, что они находятся в отреченном укладе жизни, но что значит этот отреченный уклад жизни? Однажды Шрила Бхактивалабха Тирта Госвами Махарадж, он спросил Шридхара Девгасвами Махараджа: «О Махарадж, мы слушали вашу харикатху, и вы говорили, что мы должны оставить как наслаждение, так и отречение». Я вот услышал это первый раз, что и отречение нужно оставить. Мы слышали, что наслаждение опасное, но отречение, почему его тоже нужно, почему нужно отречься от отречения? И Махарадж начал объяснять: смотрите, те, кто боги и тьяги, они пытаются показать то, на что они способны, как сильно наслаждаться и как сильно отрекаться от этого наслаждения. Когда мы находимся в этом материальном мире, то у нас нет способности избавиться как-то от материальных наслаждений. Но что мы можем сделать? Мы можем изменить свое умонастроение. То есть наслаждения, они, несомненно, присутствуют в нашей жизни, но мы должны изменить отношение к ним. Это должно быть все связано с бхакти. Это мы можем сделать, как я уже говорил, что ум, он никогда не может быть пустым. И также наше физическое тело, физический ум, он не может... не может полностью отречься от всего материального и от всех наслаждений, но мы можем изменить направление, как машина может ехать не туда, куда надо, но мы можем изменить ее направление. И также, как пока мы находимся в этом материальном теле, нам нужно что-то есть, что-то пить. Мы не можем не смотреть никуда. Мы не можем, мы все равно будем куда-то смотреть, что-то слышать. Как вот в Мадхи Шрилы Сиддханте Махараджа есть картина из обезьян. Одна обезьяна сидит с закрытыми ушами, вторая с закрытыми глазами, вторая с закрытым ртом. И что это значит? Не говорить плохого, не слушать плохого и не смотреть на плохое. И таким образом все наши органы чувств, они должны быть посвящены тому Верховному Господу. А все другие пути, они бесполезны. И мы не сможем стать успешными, если не будем следовать этому. И вот, смотрите. Та шлока, с которой я начал, она очень важна. Сегодня я буду говорить о Веданте, чтобы дать нам общее представление о Веданте. И вот шлока, с которой я начал, она очень важна. Кто? Вот эти качества, почему не произносят его имя? Просто говорят, что он обладает бесчисленными качествами. Гаджендра, он произносил много татвы из Веданты, но кто знал, кому он молится, кто объект его молитвы? Все полубоги, Брахма, Шива, Шанкар и Индра, они все пришли и думали, может, он меня зовет. Брахма думал, нет, может, меня зовет. И Шанкар тоже думал, что, может, молитва к нему обращена, но Гаджендра, он не произносил конкретного имени, поэтому полубоги ждали, пока
он позовет кого-то конкретного из них. Но Гаджендра, он произносил эти шлоки, стихи из Веданты, но никакого имени не произносил, но впоследствии там было написано определенно, точнее, кому он посвятил свои молитвы. Кришна, он может... Кришна, он может понять все, даже если мы то, что мы хотим от него. И вот Гаджендра, он находился в этом в слоновьем теле. А кто такой был Гаджендра? Он в прошлой жизни был царем Индрадюмны в Сатья-югу. Он совершил оскорбление, какую-то ошибку, и вот вынужден родиться слоном. И так или иначе, я уже говорил, что любые, то есть то, как ведут себя саду гуру вайшнавы риши, внешне может это выглядеть нехорошим, но в итоге это ведет к великому благу. Вот как, например, почему Муни проклял Куласья Муни, почему он проклял этого Индрадюмну, что он стал царем, давал Муни, проклял Руху и Гандхарва какого-то, что он стал крокодилом в следующей жизни на Алкувера. Они тоже были прокляты народа и родились как деревья, они не просто где-то, а во Вриндаване. Яма, как они родились, как Яма, Арджун. И Кришна, он спас их. И вот смотрите, в шастрах можно видеть любые проклятия, которые даются саду, то в итоге они ведут к великому благу для этих личностей. Хотя внешне выглядит с первого взгляда плохо. И вот Вритрасура, он тоже надеялся. То есть любые отношения, которые у нас есть с Гуру Вайшнавами и Бхагаваном, они несомненно ведут к благу для всех. И вот Хануман, он был в теле обезьяны был. Он всегда служил Гаджендра в форме, в теле слона был, и он все равно был преданным. И вот смотрите, любой бхакти, даже если мы соприкоснулись только с бхакти, а что это значит? После того, как мы получили посвящение, поскольку если мы не получили посвящение, как мы можем соприкоснуться с бхакти? Поскольку посвящение значит обрести семя преданности бхакти-лата биджу и растить эту преданность в нашем сердце. И вот и питать водой санкиртаны, слушание и повторение о славе Господа. И вот это иногда выглядит так, что когда кто-то, какой-то ребенок мал, еще только родился буквально, и уже в детстве у него есть признаки преданности, откуда это? И это возможно только потому, что уже в прошлой жизни он уже был посвященным, он уже получил посвящение в прошлой жизни, и поэтому в этой жизни мы не можем видеть, что может быть не видно в этой жизни, что он еще не получил посвящение, но он уже ведет себя так же, как и настоящий преданный. И я уже говорил, что семя бхакти, его невозможно уничтожить. Оно
может быть с нами, но может не проявиться в этой жизни или в следующей, или еще в следующей, но впоследствии оно даст результаты, когда мы придем в соприкосновение с Гуру Вайшнавами и Бхагаваном, и это благое общение, оно даст нам хороший результат. И вот вопрос был, почему эти жены Кали, они были преданными, как и когда они получили посвящение. И хотя вот эти жены браманов не получали никакого посвящения, но они слушали харикатху от Малини, и поэтому их самбанта гьяна, знание о взаимоотношении с Господом развилось. Вот что такое дикша? Шрила Прабхупад говорит, развить самбанта гьяну, это зовется настоящей дикшей. Кто-то спорит, что Парикшит Махарадж, кто Гурудев Парикшит Махараджа. А Шрила Прабхупад спрашивает на это, что вы имеете в виду под посвящением. Вот дикша значит то, что описывается в этой шлоке. Дивья гьяна, что такое дивья гьяна? Это значит сияющее знание. И это знание, оно самосияющее. Автоматически оно является. Нам не нужно прикладывать какую-то энергию, какие-то усилия, чтобы осветить свое сердце. Нет, наше сердце, оно находится во сне, в невежестве, но как только мы встретимся с чистыми Гуру Вайшнавами, то так или иначе мы можем получить их милость. И как только мы обретем милость Гуру и Вайшнавов, самбанта гьяну, то это дивья гьяна, божественное знание, оно засияет и осветит наше сердце. И вот как только оно явится в нашем сердце, то можно найти, можно обнаружить и видеть, что оно стало светло. И мы сможем видеть вещи такими, как они есть. Но когда это произойдет? Тогда, когда мы утвердимся на пути бхакти. Любые проблемы, которые могут возникать в этих 14 мирах, во всех 14 мирах они могут быть решены очень просто. Если мы утвердились в бхакти, это решение. Почему Шрила Прабхупад говорит так, мы должны понять. Может, что говорит Шрила Прабхупад? Может, мой Гурудев, он не очень учен в материальном смысле. Может, он не показывает никаких этих качеств перед нами, но все же вот Шрила Прабхупад говорит, что мой Гурудев Шрила Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж, у него есть уникальное качество, такая сила, что он может решить любую проблему, которая может возникнуть не только в этих 14 мирах, а во всех вселенных. И вот Шрила Прабхупад говорил, что его Гурудев может решить любую проблему, которая может быть во всей вселенной. Но не все могут поверить в это и узнать настоящее значение Гуру Вайшнавов. Почему Бабаджи Махарадж был очень гневался, когда кто-то прикасался к его стопам. И вот Гуру Вайшнавы не могут очень жестко говорить, говорят иногда, что и очень легко превратно понять их. Но если мы подойдем к ним со смирением и спросим, почему они использовали такие жесткие слова, то они объяснят, и мы поймем, что они говорили это из сострадания. То есть
И вот перевести сердце Гуру Вайшнавов или как-то объяснить это не так просто. И поэтому любая проблема, которая может возникнуть в этих бесчисленных мирах, Шрила Прабхупад говорит, что его Гурудев, он может решить любую проблему. Причем решить полностью со всеми причинами и последствиями. Решение придет в наш дом, в наш ум, само собой. Почему Шрила Прабхупад говорил так? Мы часто не можем, большинство людей они не могут понять Шрилу Прабхупаду, почему он говорил так. Даже Бхактивилас Тирта Госвами Махарадж Кунджада, когда он пришел к Шриле Прабхупаде, один из его друзей из Парамананда Прабху, с его деревни, он пригласил его в Майпур, чтобы он сказал, что у тебя будет возможность слушать харикатху от самого Шрилы Прабхупады, и вот, и можешь весь картик находиться здесь, слушать харикатху. Он согласился и приехал, и вот они оба происходили из одной деревни, и вот он согласился, но сказал, что отпуск у него две недели. Он работал в то время на почте. Ну, в общем, решили, что он две недели будет там. И вот он начал слушать харикатху от Шрилы Прабхупады. Первый день ему было неудобно как-то слушать такой сложный возвышенный язык. Потом еще хуже на третий день уже на третий день он же уезжать собрался, и Парамананда спросил, куда ты уезжаешь? Он сказал, что мне надоело, не могу такого слушать. Очень жесткие слова он использует, никаких музыки, ни оркестра никакого нет. И в общем, решил он уезжать. И вот Парамананда спросил его, что случилось, и он, в общем, рассказал. Why I speak that way? Because whole world running towards hell. А почему я иногда говорю жесткие слова? Потому что весь мир он стремится попасть в ад. И если даже мы не будем совершать баджан, но то есть если совершать баджан неправильно, это еще хуже, чем вообще ничего не делать. То есть, если мы совершим ошибку, сейчас так говорится, даже те саньяси и брахмачари, особенно саньяси, они, если совершают какую-то ошибку, то Кришна не может их простить, поскольку они осознанно делают это, и зачем они тогда принимали саньяса. И вот если Махарадж говорит, если будет аналитически исследовать все поведение этих саньяси, то это будет совсем не то, ради чего принимают саньясу. Но они не хотят этого слушать даже. И вот можно вспомнить, что Шрила Прабхупад сказал, что мы должны понять основную разницу.
Мы должны понять разницу между бхакти-винод-дарой и тем, что ей не является. Если мы не сможем понять, что такое учение Шрилы Бхактивинода-Тхакура, что такое нет, то как мы можем обвинять гуру вайшнавов, если они дали нам посвящение, дали возможность совершать духовную практику, они показали нам путь. А если мы отклонились от этого пути из-за наших анарт, из-за нашей склонности наслаждаться или еще чего-либо, если мы не следуем учению гуру вайшнавов и ведем свою независимую жизнь, то так и получается, что те люди, которые недостаточно искренне и хотели, чтобы их обманули, и в итоге их обманули, и поэтому кто-то может обвинять Кришну, но Кришна говорит, я не отвечаю за это. Кришна говорит, Кришна, он не принимает наши грехи, и наши какие-то благочестивые действия. So this is the procedure. You have to do all job and push the same button every 5 minutes, 2 minutes, 10 minutes, as per your practice. So automatically, that thing is memory in memory. И вот эти действия, благочестивые или неблагочестивые, они накапливаются в нашей карме. И то, что мы делаем, параматма, она просто смотрит, а дживатма, наша душа, она страдает, либо наслаждается в зависимости от того, что мы делаем. И вот так души из-за своих действий, они перемещаются и страдают или наслаждаются от своих действий в прошлом, и Кришна за это никак не отвечает. Кришна, Верховный Господь, Он не принимает ничего. И почему они путешествует по этим мирам. Вот это слово значит, что они очарованы майей и стремятся к каким-то материальным вещам и получают такие результаты. А что говорит Шрила Прабхупад? Шрила Прабхупад говорит, что мы должны пытаться понять главную разницу между учением Шрилы Бхактивинода Тхакура и то, что не является им. И это первая просьба, главная просьба, что мы должны понять разницу между Бхактивинодарой и то, что не является ей. Почему? И в этом случае нам не нужно идти и присоединяться к обманщикам, чтобы все потерять. И вот что говорит Шрила Прабхупад, он говорит, что нужно понять разницу между бхакти-виноддарой и то, что не является ею. И тогда нам не нужно будет присоединяться к каким-то обманщикам, чтобы все потерять. Я могу сказать, что если не
не 99%, если не больше. И вот такие люди присоединяются к Мадху. Они еще не знают, что нужно им делать, но многие стремятся к почету, к уважению, к славе и прочим вещам. То есть многие люди, они по-настоящему не ищут духовного блага. Если бы они были заинтересованы в этом, то их действия они были бы другие. Их действия доказывали бы это. И вот я вчера был очень доволен, что вы спросили этот вопрос, почему эти жены Кали, Нагапатни, почему они родились в форме змей. Откуда они обрели преданность, если они родились в таком низком рождении змей? И вот есть какие-то аргументы, которые безосновательны. И вот они были преданы, и Бхагаван Шри, то есть для Бхагавана Шри Кришны он и хотел явить эту лилу, и нужны были участники, чтобы они украсили эту лилу. И вот такие, как, например, Хануман, но Хануман, он даже был больше, чем все великие ученые. А почему Анантадев явился в форме змеи? Почему он из своего тела сделал место, где спит Кришна? В Бхагаватам и других Пуранах, там говорилось, что эти все личности, они уже совершали бхакти, как, например, Вритрасу, он был демоном, но он являл собой жизнь преданного, этого было достаточно, а Гурудева Вритрасу, вы же знаете, он ученик Анантадевы и Махадев Шанкар Бхагаван. Они братья Бога. Вритрасу, когда он был создан, Читракету. Читракету. И вот они были братьями Бога вместе с Шивой. И вот кто-то должен одну роль являть, кто-то играть, кто-то другую, но какой-то было предыдущее действие, и вот Калиянаг был бессердечен, и еще до того, как прийти на озеро в Ямуне, он жил в Раманагдвипе. И вот он вынужден был прийти на это озеро около Ямуны, иначе он мог бы поплатиться жизнью за это. Гаруда был очень могуществен, и вот он бежал в это место, и это тоже плюс его жизни. Почему? Если он жил бы в Раманагдвипе, смотрите, то у него одни эти друзья-демоны были бы. Такие же бессердечные могли убить своим ядом кого угодно. Змеи, они самые жестокие и опасные. Даже если ничего не делать, они могут так просто так убить. Они такие
тамогунные существа, но если мы родились в любом виде жизни, но у нас есть бхакти, то никакой проблемы в этом нету. Иначе, если бы была проблема, то Бхактивинода Тхакур, он в своих киртанах не пел бы вот так, он не писал бы эти строки. И вот в этом киртане говорится, что я могу родиться в любой форме жизни, но если у меня есть бхакти в моем сердце, то я ничего не боюсь. И вот Кальянак был вынужден прийти в это озеро рядом с Ямуной. То есть внешне у него не было никакой асасанги, поскольку там никого не было, кроме его жен и детей. И вот он внешне избавился от дурного общения. И следующее положительное, то, что он слышал о славе Кришны от своих жен, которые всегда воспевали славу Кришны. Он хотя не участвовал в прославлении Кришны, но просто рядом был и вынужден был слушать. И может Кришна просад ел даже, поскольку если жены были преданными, готовили, предлагали все Кришне, то по идее эта еда потом доставалась ему, поскольку он их мужем был. И вот Калья, он так или иначе, его сердце не изменилось, поскольку проблема была такая, подобная узлу. Он совершил оскорбление Гаруде Бхагавану. А Гаруда, он спутник Верховного Господа, Бхагавана Шри Кришна. И вот из-за общения со своими женами он получил какое-то благо. И также можно вспомнить случай с Ахалией. И вот он ничего не делал плохого, но Гаутама проклял его, чтобы он стал камнем. И вот он стал камнем, статуей. И, ну, как бы его без какой-либо причины его прокляли. Вот Махарадж говорит, что если мы с утра каждый день будем вспоминать имена Гуру и Вайшнавов, то это очень благоприятно. И вот эти жены Кали, как они стали преданными, это в прошлой жизни они наверняка были преданы, и вот как-то родились змеями, и также говорилось, они получили возможность служить лотосным стопам Говинды когда-то. То есть они уже достигли совершенства в Кришна-севе,
И вот смотрите, если такие преданные находятся рядом с вами, то какое благо вы не можете получить благодаря этому. Понимаете, да, все блага, они сами приходят. И вот также у Кали была возможность видеть Кришналилу непосредственно в то время. По крайней мере, и также у нее была возможность встретиться с Кришной лицом к лицу, не только это, по молитве этих жен. И вот у него было много жен, и они все молились Кришне, чтобы он изменил сердце их мужа. А Кришна, он не бессердечный, и вот Кришна не мог игнорировать их молитву. И вот, когда Кришна совершал Кали Даманлилу, думаете ли вы, что это какое-то наказание, как он дал Агасуру Бакасуру и Путани? Нет. Это выглядит, что похоже, что какой-то демон убит Кришной. Но нет, это не так. А в этой лиле особенность, нечто особое. И для Бали Махараджа было невозможно стать преданным. Прохлад Махарадж, благодаря общению с Прохлад Махараджем, он следовал его наставлениям и стал преданным таким образом. Бали Махарадж, и вот такие возражения, они хороши, но они могут стоять на этом пути. И вот они всегда молились Кришне постоянно: «О Кришна, наш муж, он лишен преданности». Вот и Прохлад Махарадж, почему он выразил свою печаль Нарсимхадеву. И вот все эти дети демонов, он просил Господа, чтобы он спас их. Он говорил, что ты поддерживаешь бесчисленные миры с такой легкостью. И если кто-то, кроме тебя, кто может изменить их сердца? И вот Прохлад Махарадж молился за своих этих друзей-демонов. И вот когда Прохлад Махарадж молился так, то как Нарисимхадев мог игнорировать его просьбу? Я могу еще пример привести. Когда Васугош И вот Васугош, когда молился Махапрабху, то он просил, чтобы Махапрабху все грехи, которые совершали все живые существа, он хотел забрать себе все результаты этих грехов, и чтобы он страдал вместо них бесконечное число времени. Смотрите, какое умонастроение Вайшнава. И вот Васугош молился Шичитани Махапрабху так, что ты можешь дать мне все результаты грехов всех джив. Я хочу страдать жизнь за жизнью, но моя просьба к тебе, пожалуйста, освободи их. И вот Шичитани Махапрабху заплакал и сказал: «О, ты мой Прохлад, почему ты молишься таким образом, хорошо? Если ты просишь, я так и сделаю. Будь уверен, вся Брахманда уже спасена». Сам Махапрабху сказал: «Когда ты молишься,
Кришна даст тебе эту просьбу. Разве это шутки? Бесчисленное число джив, они уже освобождены. А что говорит Айодхи? Рамачандра пообещал, когда я ухожу из этого мира, я спасу всех душ здесь, и Махапрабху. Он спросил Харидаса: «О Харидас, когда Рамачандра ушел вместе с всеми душами, то как мы находим, что все души здесь еще есть?» И Харидас ответил: «О Прабху, да, это так. Рамачандра, когда уходил, он спасил всех душ, но новые души с различных калп, они появились здесь, чтобы заполнить недостаток». Очень красивый ответ. И Махапрабху очень был счастлив. Если у нас есть возможность совершать баджан, если мы будем его правильно совершать, то я обещаю, что в этой жизни вы сможете достичь Кришны, но если вы обманываете сами себя, то тогда это невозможно. И вот вот Махарадж говорит, что те люди, которые есть люди, которые, у которых нет никакой преданности, но они раздают пожертвования, но такие пожертвования они неблагоприятны. Выглядит как какие-то пожертвования, но ничего не за собой не несут. Что такое пранами? После того, как вы поклонились Гурудеву, то должны дать что-либо ему для его Кришна-севи. И это значение пранами. После пранама, после поклона нужно что-то дать для Кришна-севи. И также это зовется Мадхукари, но сейчас можно наблюдать, что сборщики пожертвований, они стремятся к большим пожертвованиям. Вот Махараджа, кто-то слушал Харикатху, какой-то человек из Дели, он через какого-то савака И вот Махараджа, в общем, этот человек предложил 10 миллионов в качестве пожертвования, но с условием, что нужно будет организовать какое-то общество и что-то там еще. Но Махараджа отказался. И вот Махарадж не надеется получать никаких пранами пожертвований от кого-либо, поскольку очень часто такие пранами, они не являются пранами на самом деле. То есть если мы даем пожертвования с огромной верой, что они будут и... And the case I speak, that is 12 years back. From then I leave that place. Because all those Maharaj, they are habituated to play on orchestra, everything, they are going to give enjoyment. And all people, they want to get enjoyment. That's why they
То есть пранами должны даваться для одной цели, для служения Кришне. И вот то, что я сказал, это очень серьезно. Что говорит Махапрабху, далеко не каждый может понять это. Какие-то духовные лидеры, они тоже часто не принимают его наставления. Если им кто-то напоминает, то они возмущаются. Если мы не можем следовать, то, по крайней мере, мы пытаться должны всем сердцем следовать учению Шримана Махапрабху. Если мы откроем какой-то бизнес, то есть если в храмах бывает такое часто очень, что в храмах ведется какая-то коммерческая деятельность, и как можно надеяться, что от такой коммерческой деятельности эти деньги, которые приходят, они могут используются в служении. И вот Махараджа спрашивает, почему так случается, что в Мадхаве бывает такое, что люди стремятся к одним деньгам только. Это из-за проклятия, которое случилось, потому что мы не следуем наставлениям Шрилы Прабхупады, что мадхи становятся просто какими-то коммерческими организациями. В Гаудия-матхе находится огромное сокровище, но не все могут его принять. Нет ничего более опасного, чем обман. То есть некоторые так и духовные лидеры обманывают людей под видом чего-то другого. И вот если мы не обретем чистые вещи, с помощью которых можно служить Кришне, то есть они должны быть чисты как в материальном, так и в таком тонком плане. И поэтому Шри Чайтанья Махапрабху сначала говорит, что и Харидас Такур, почему он не проклял Лакахира. То есть, если у нас будут какие-то отношения с Гуру Вайшнавами, то это принесет нам великое благо. И вот с Харидас Такуром, почему какие-то люди, они спорили, ругались, что кто-то оскорбил Харидас Такура, но вот этот человек возмущался, что как это возможно, что благодаря Харинаму можно обрести освобождение, хотя люди совершают аскезы тысячи лет и не обретают освобождение. И вот какой-то Рамачандра Кан, по-моему,
бросил вызов Харидас Такуру, что если его суждение неправильное, то он вынужден будет отрезать себе нос. А если его суждение неправильное, то Брахмана-оскорбителя, то он себе нос отрежет. И так получилось, что через три дня он проказой заболел, и через три дня его нос сам отвалился. Гуру Вайшнава не очень милостивы, и так или иначе, если даже случайно так получится, что мы оскорбим его, то Вайшнав все равно будет думать о нашем благе. Но Вайшнава не настолько милостивы, что они думают, как же. Даже такие люди, они могут обрести благо, поскольку находиться в обусловленном состоянии очень тяжело, хотя Гуру Вайшнава не пытаются помочь нам избавиться из этого обусловленного состояния, но это не так просто, поскольку это обусловленное состояние, оно и на то и обусловленное. Вот Рунтидев был такой преданный, он совершал бхакти, но какой бхакти? Карма Марк, бхакти на пути кармы. И вот этот Рунтидев, он молился Верховному Господу: «О Господь, я хочу получить все страдания всех живых существ». Бхагаватам он описывается. И вот он просит Господа освободить всех живых существ, и ему дать все их страдания, чтобы он страдал жизнь за жизнью. И Васугош, он тоже имел такую просьбу, и вот так получается, что преданные, если чего-то просят, то они получают. И вот Нагапатни, жены этого Кали, они просили, чтобы Кришна изменил ему настроение Кали, и Кришна, он исполнил их молитву, их просьбы. И вот внешне выглядит, что Кришна, он собирался наказать Калию, но на самом деле он даровал ему огромную милость, которая практически невозможна, она очень и очень редка, то, что обрел Калия, какое великое благо, какую великую милость. Даже Лакшми, Баладев и все другие великие преданные, они не обретали ее, поскольку и вот благодаря молитве жен Калии, Кришна, он даровал такую великую милость Калии. И вот сейчас, перед тем, как начать говорить об этих молитвах, они полны веданты, и я кратко скажу о них, поскольку в веданта-сутре есть некоторые опасные слова, но Махарадж хочет все же обсудить. Перед тем, как начинать читать молитвы этих жен Калии, то сначала нужно начать с веданты. И если у меня будет время, то после этого я хочу в этот картик начать говорить о Венугите, и потом, если будет время, до Вастахран Лиля дойти, чтобы спасти вас, чтобы показать вам и показать, что есть Вастахран Лила на самом деле. И вот здесь я хочу вернуться к Веданта Сутре, несколько шлок я обсужу, и чтобы дать вам представление, идею, показать направление, поскольку мы должны двигаться в соответствии с этой шлокой. И вот в начале всего Веданта Сутре
первая шлока. Вот эта шлока. Вот как в математике какие-то формулы нужно доказать, и вот здесь нечто подобное, как это возможно, что something to the power zero is equal to one. How possible, Mara? You have to prove. Because a to the power zero is there. Any power inside you? No, I can prove through this mathematics. Nobody has no power. Yachaktayo vadatam vadinam vivad sanvad ho bhavanti. Курванти чайшам мухурахумухум тасмай намананту гунай бхуми. So this shloka going to prove that we are all powerless. И вот эта шлока, она говорит о том, что мы все бессильны. So a to the power zero is equal to one. I would like to prove. So a to the power zero is equal to, if I write, a to the power... Ну и впоследствии это все объясняется. Try to understand. Very basic mathematics. A to the power zero. But I like to write a to the power one minus one. You write? Okay? Are you? Not second word. Here some note. A to the power zero. I am speaking. A to the power zero is equal to a to the power one minus one. One minus one not zero. Okay? A to the power one minus a to the power one. A to the power 1 minus 1. After that next line I can make A to the power 1 is fixed. A to the power minus 1 I can bring down. Then it becomes positive. Minus 1 I may make reverse. Then it becomes positive integer. Positive. Then it becomes A to the power 1 divided by A to the power 1. I cut and make 1. Okay? It becomes 1. So I can prove all your power, your money power, length power, all is less, all zero. All the power is Krishna, only one, all the event tattva, fine? Badanti dat tattva vidam sattam yat adhyam brahmeti bhavaniti paramatas. All the Supreme Lord, He is the only power. Follow? И вот Верховный Господь, Он источник всей силы. И вот в этой шлоке говорится, что... Вот эта шлока, она подобна формуле. И Махапрабху перед Майавади говорит... И Махапрабху, когда говорил с Майавади, он говорил, что тот, кто написал эти сутры, лучше него никто не может их объяснить. Он говорил это Майавади. И вот кто написал Вьяса-сутру, Вьясадев, Веданта-сутру, и мы должны следовать Веданта-сутре под руководством Вьясадева, что Вьясадев хотел сказать.
Мы хотим слышать о том, что говорил Вьясадев, а не Шанкарачарья. И вот Вьясадев, он может лучше всех сказать то, что он хотел сказать, а другие, они... А толкование других людей, они часто будут далеки от истины. Как вот Майявади, например, они утверждают, что Джива — это Брахма, но это далеко не так. И так они ошибаются в своих объяснениях. И вот Джанмаясия, то что значит? И вот Джанмо Ади... Вот вопрос в этой шлоке кем? И имеется в виду, что ятахо, слово ятахо значит, что все творение от кого оно произошло. Бесчисленные вселенные явлены Кришной. И если мы настоящий философ, то мы, увидя силу Кришны, мы восхитимся. Даже у каких-то насекомых у них есть какая-то сила, энергия. И даже некоторые вирусы и прочие микроорганизмы, они очень малы, но очень много проблем могут принести нам. А кто это все создал? И вот бесконечные миры Атмаваси и Дамсарвам. Этот весь мир, он полон душ, но мы не можем видеть их. Они везде пребывают. Весь мир, он полон атмы. Атма Васям Идам Сарвам, значит, атмы, души, они везде. Даже эти камни и все предметы, все оно, души, они везде есть, как в подвижных живых существах, так и неподвижных. А почему? Удав, он молился, чтобы обрести пылинку с лотосных стоп тех гопи во Вриндаване. Почему? Почему он хотел получить всего одну пылинку? Он, причем очень смиренно, очень скромно. Если бы я мог обрести пылинку со стоп гопи во Вриндаване, и вот это вот эта шлока. И вот все стути, вот это слово винеграм значит что все шоути смотрите и все они ищут эту пылинку с стоп гуру Вайшнав и гопи. Вот вопрос, почему Удав стал этим растением на Удав Кунде? Вот почему так случилось, хотя внешне это такое неблагоприятное рождение, и не только Удав
многие мунириши, они тоже приняли форму жизни деревьев, всяких кустарников и совершают баджан там во Вриндаване. И если я спрошу, почему Удав родился в такой низкой форме жизни, почему? И вот иногда преданные, они тоже сомневаются в чем-то, как Анантадев, почему он в форме змеи находится. И вот в прославлении Бхагаватам говорится, что Удав находится там в форме какого-то растения. И много преданных, те, кто достигли совершенства, они получили милость Удавы. Они спорят ни с кем, а просто вот занимаются таким служением, как подметание дамы. И вот каждый день они ходят и подметают эту лилакшетру, где Удав Кунда или Паван Саровар, и таким образом достигают совершенства. Хотя мы вот много чего делаем и не достигаем совершенства. Я могу рассказать о одном саду, он с Нибарка Сампрадай. Его звали Гая Прасаджи, как-то так, он смотрите, он с другой сампраде, с вайшнавской, но не с нашей. И вот он был домохозяин, жил как домохозяин со своей женой, но день и ночь совершал баджан. И так или иначе, по милости Кришны, И вот Махарадж знает много этих преданных, кто-то не все во Вриндаване живут, кто-то в Варанаси, еще где-то. И вот они, у них принцип в жизни был ничего не просить. И в Навадвипе даже с той стороны был какой-то великий пандит, он тоже. Он таких принципов придерживался в жизни. И в Навадвипе вот однажды пришел самое... знаменитый Майявади, он написал кучу книг. Адвайта Сиддхи он написал, вот столько книг написал. Но после этого, когда он пришел в Навадхаму по чьей-то милости, осознанно или неосознанно он получил так милость чью-то и пришел в Навадхипу, принял омовение в Ганге и начал плакать. И вот хотя он был майявади, но его сердце изменилось. И после этого он начал говорить хорошую, прекрасную сиддханту, он изменил свою точку зрения. Он написал «Бхакти Расаян», эта книга им написана, он был майявади, но придя в Навадвип, он полностью изменился. И вот из Джайва Дармы тоже пример Вайшнава Даса, он тоже раньше майявади был. Но этот майявади, он изменен был, просто получив даршан одного вайшнава. Он какой-то вайшнав проходил мимо его баджан-кутира,
повторял, воспевал святые имена с великим экстазом. И вот, получив даршан этого чистого вайшнава, его сердце изменилось. Он, а прежде он был майваде. И вот он потом как-то пришел в Навадвипу, переплыл через Гангу, пришел, достиг Гадрума. И там получил даршан вайшнав этого Парамахамса Бабаджи Махараджа. И ему дали имя впоследствии вайшнава дас. Он также достиг сарупа паричая, ну, какого-то совершенства по милости того Парамахамса Бабаджи Махараджа, и поэтому, что невозможно по милости Гуру Вишнава. И вот они, все эти люди, они изменили свое сердце. И смотрите, вот это первая шлока значит, что все творения, бесчисленные миры исходят из него. Из Кришны. Кашо, вишешо, ятого, прокасата. So, if you go into deep philosophy, how this creation took place, Maharaj, it is the desire of Krishna. Is it desire of Krishna? When и вот как этот мир появился, это по желанию Кришны. А когда этот мир разрушается, оно опять входит в Махавишну. При его вдохе, и при он потом отдыхает, и когда время приходит, он опять творит все бесчисленные миры. Five modes of, you know, enjoyment is, you know, sapta sparsha rupa rasa gandha, from the how created, how they are organ, how, and how from there, this from tamo tanmatra, then creating all, you know, our this kind of, you know, falsity, everything. And from vaja tanmatra, all demigods, everything, sato, this way, and from Rajatanmatra, some creation take place, and Satatanmatra, this way, all demigods take place. This way, creation, after that creation, you know, supposed to, because it is not Махарадж рассказывает, как творение происходит. Not assembly, not done. То есть сначала творятся первые элементы, главные составляющие. Это мы должны понять, чтобы потом впоследствии понять молитвы Нагапатни. И вот сначала сотворяются составляющие. И вот Кришна создает такие сырые первые элементы. And you know, potato, peas, everything mother are going to cook. If I put everything or raw material, rice is there, child, who is going to eat? Nothing. So similar way, when all items are there, raw items of creation. И вот когда готовы все элементы для творения, но творение не происходит. Все полубоги, они молятся Верховному Господу: Господь, мы не можем ничего сотворить с этим, что я все дал для того, чтобы начать делать. Да, вы дали, но начать не можем. И тогда Господь говорит: хорошо, начинайте, будете успешны в этом. И что Бхагаван делает, Верховный Господь, Он входит во все, все эти первые элементы. И тогда творение начинается, и полубоги уже могут творить.
Я пример уже приводил, как есть, например, какая-то фабрика, все есть, и руководитель есть, и оборудование есть, и рабочие есть, и эти составляющие есть, расходные материалы есть, но приходит и жалуется, что ничего не получается, как все же есть. Да, мы знаем, все есть, но электричества нету. А без электричества никакие машины не работают, и, соответственно, все сырье тоже нельзя перерабатывать на этих машинах. То есть, в общем, если нет электричества, то вся фабрика стоит и ничего не происходит. И просто из-за того, что электричества нету. И вот полубоги также не могли ничего делать, и поэтому Господь вошел во все эти элементы, Он вошел во все. И тогда жизнь, она закипела. И тогда полубоги они смогли творить, и так мы наблюдаем весь этот мир. Он постоянно увеличивается, размножается, но бхакти, преданность, почему-то не увеличивается. Но нам нужно бхакти, и оно очень редко, и вот таким образом. Это шлок, я кратко объяснил эту шлоку, и постепенно из Кришны мы можем получить все творение. Кришна, Он изначальный Пуруша, изначальная личность. Вот, главная загадка всего мира — это Бхагаван Си Кришна, это Он движущая сила всего. Без Кришны все значение, все творение, оно бесполезно. Как вот в примере с фабрикой, вроде все есть, а ничего не работает. Без электричества, так и Кришна, Он движущая сила всего. Как вот электричество нельзя так визуально посмотреть, пощупать его, понюхать, а также и Кришна, Он везде есть, но его нигде не видно. Мы не можем видеть все. Какие-то микроорганизмы мы, например, не можем видеть. И в нашем теле, например, живут миллионы других живых существ, но мы их не видим. И таким образом мы должны понять, вот то, что говорится в этой шлоке, что «Атма Васямидам Сарвам», что Кришна, Он суть, основа всего творения, но все же мы не можем Его видеть. Я вот сейчас говорю суть того, что будут говорить жены Кали и Кришне в своих молитвах. И вот Кришна — это изначальная причина всех причин. Все находится в Кришне, прямо или косвенно, Путана или Камса, или еще кто-то.
И вот коренная причина всех, всего это Кришна. Даже Дурьотхан, он то, что он делал, это сделано Кришной, но косвенно. Нет ничего в этом мире, чтобы не было сделано Кришной. Я уже сказал, даже лист не может упасть с дерева без воли Кришны. Все делается Кришной, но что-то прямо, а что-то не прямо. Солнце, оно восходит из-за страха перед Кришной. И вот в Гите Кришна говорит, что я солнце, это мое проявление моего величия. Джа. Madhupan, Surya Puja, Khala, Radharani going daily. But still I am not successful, I am actually useless. Anyway, so you see, directly, indirectly, everything done by Krishna. Everything, even one small bird shouting, Patik Jal, shouting, one small bird. You have seen? One small bird always shouting to get, you know, water from heaven, heavenly world. I forget the name in English. Chatak, you know. Chatak in English also, chatak, na? Chatak in Bengali you speak in Sanskrit also. In English name also maybe chatak, I don't know, I have to search. We call it chatak. Chatak, okay, then okay. Чаток has so many water. I mean, in the whole world. Есть такая птица, чаток называется. У нее особенность, что она пьет воду только дождевую, причем во время дождя, когда она падает с небес, а сама она не будет пить воду с каких-то водоемов или рек. Она пьет только воду, которая сама падает с небес в форме дождя. Но Кришна настолько милостив, что дает воду в таком виде этим птицам. So directly or indirectly, everything done by Krishna. You cannot deny. Even Duryodhana also speaking this way. И вот прямо или косвенно все делается Кришной. И после этой шлоки исходит, вот говорится, что все делается Кришной, все находится в Кришне. И вот есть Крак Вибхакти. И вот все семь этих падежей есть и все. И все эти падежи, они указывают на Кришну. Кем Кришна, как Кришна, где в Кришне, когда и прочее. Кем, как. И вот все эти вот падежи в санскрите, они все указывают на Кришну. И Махапрабху хотел доказать это, когда он вернулся с Гаи. Он, когда начал объяснять грамматику своим ученикам, студенты подумали, что наш учитель был так разумен, но сейчас что случилось? Он везде видит только Кришну. After expressing dhatu, shabda rup, dhatu rup,
every time Shabda Rup, Dhatu Rup, every time Krishna, Mahaprabhu, you see Krishna is the root cause. И вот Махапрабху говорил, что смотрите, Кришна — это коренная причина всего. Any Dhaturu, any Shaturu, Mahaprabhu is going to explain that ultimately saying is they see is Krishna. So after Janmadasa Yataho, okay. Now one point is that, okay, Janmadasa Yataho, you speak Maharaj, but it's not possible for us, we are less intelligent. How we can understand? Is there any way out so that we can understand that Supreme Lord? Is there any way? Yes, there is way out. There is way out. What is written there? Shastra Janitvat. И вот Shastra Janitvat. Это значит, это другая шлока из Веданты. И вот вы хотите узнать Кришну хорошо, мы должны зависеть от Shastra, от писаний, священных писаний, и также от самосознавших себя душ, от саду Гуру Вайшнавов. Те, кто осознали эти шастры, то есть просто купить шастру недостаточно, надо еще получить осознание того, что говорится в этих шастрах. Без милости Гуру Вайшнавов мы ничего не можем понять. И вот Shastra Janitvat значит узнать то, что Верховный Господь. Мы все можем узнать из Shastra, но не прямо, а через тех, кто осознал эти Shastra. Авайшнавам Хадгирам Харикатамритам Саварам Найва Картапья Сарпачишта Ято Джатапайо. Авайшнава does not realize so. И вот говорится, что если мы будем слушать Харикатху от неосознавших себя душ, то это подобно питью молока, которое до этого пила змея. И поэтому в Падмапуране говорится, что слушание Харикатху от невайшнавов, оно подобно питью такого молока, которое попробовала змея. И вот змея, когда пробует какое-то молоко, оно становится отравленным. Если какой-то человек, не знающий, выпить такое молоко, он обречен от смерти. Хотя вроде молоко идеальная пища, все хорошо с ним, но если его змея попробовала, то это становится ядом. Бхагават-катха также она идеальна. Но кто неправильно использует Бхагават-катху, то также случай, как со змеиным молоком получается. И вот что я хочу сказать, те, кто не самосознавшая себя душа, мы не можем слушать их. Если слушаем, то хорошо. Даже если кто-то на 80% осознал себя. И вот один из признаков Уттамадхикари, как, например, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, если мы просто посмотрим на него, то нам захочется повторять святые имена, это его влияние, его энергетика, его идеальная жизнь, они будут влиять на них, на нас. И вот это один из признаков возвышенных вайшнавов, в виде которых нам хочется воспевать святые имена.
И вот мы должны понять эту шлоку и как ее понять. Шри Чайтанья Чаритамрите приводится такой аргумент. Кришна, Он настолько милостив, Он дал нам такую возможность в материальном мире. Кришна знает, для обусловленной души очень тяжело избавиться от материальных оков и вернуться к Кришне. И поэтому Кришна очень милостив. Он дал нам Писание, Веды, Пураны, Упанишады, Бхагаватам, Чайтанья Чаритамриту, Чайтанья Бхагавату, но главное, и также Кришна организовал своих посланников в этом материальном мире, чтобы мы с их помощью смогли понять значение этих писаний. И вот такие преданные, как Рупа Санатана, Бхактивинода Тхакур, Шрила Прабхупада, они вспахтали этот океан Писания и выделили суть для нас, которая подобна сливкам с молока. А если мы не можем принять их, то кто же виноват в этом? И вот шастра Йонитват, значит, из Писаний можно получить правильную информацию. Но смотрите, под именем шастры есть там гунные шастры, раджа, гунные шастры, они тоже есть. Есть различные шастры. И есть сатва-гуна шастры и шуда-сатва-гуна шастры, веды. Есть шесть сатвических пуран, шесть раджасических пуран и шесть тамасических пуран. И как Шримад Бхагаватам, вот эти пураны, они сатвические. И и вот зачем было разделять все эти писания, поскольку есть бесчисленные души, и согласно их желаниям и качествам они могут понять только определенный вид пуран, если они далеки от Кришны, от Брахмы и вообще от духовного, то по крайней мере, они могут понять что-то о материи, о тама-деватах каких-то, о Кали, о Шиве, но Шива, он Парамахамса. Шива, он вайшнав, но он подобен такому вайшнаву, который работает в полиции. Он как бы даже не в полиции, а в тюрьме более точно. То есть он вроде вайшнав, но работа у него такая, работает со всякими... со всякими такими непонятными личностями. Шанкар, он лучший из вайшнавов. Нимнаганам ята ганга, деванам отчуто ята, вайшнаванам ята санду, пурананам кирам бхагаватам. Нимнаганам ята ганга, like ганга, among river and Jamuna. We are not going to compare ганга with Jamuna, it's exclusive. But among all rivers, Jamuna is. Ганги чи Jamuna чи Йогадаври, Сарасвати, Народе, Синду, Кавери, Jalasmim Sandhriku. Every morning time you have to put this mantra in water. Then you can get foolish. Don't know, only go and on the shower and take bath. Foolish. You have to take what he said. Mantra, then all seven
Если нет возможности у нас принимать омовение в Ганге, ему не Сарасвати или каких-то священных водоемах, то, по крайней мере, их нужно призвать в ту воду, в которой мы принимаем омовение. Но еще важно помнить о Верховном Господе, как вот в этой мантре говорится, что тот, кто помнит Вишну, то он воистину чист. И вот мы должны всегда помнить Гурудева Кришну, это и памятование о них, оно очистит нас. Но нужно всегда помнить саду Гуру Вайшнавов, нам и даму. То есть внешне, если мы будем просто стирать одежду, этого мало, нужно еще очистить наше сердце, внутреннее «я». И вот смотрите, что я хочу сказать. Шастра Юнитват, значит, мы должны зависеть от Гуру и Вайшнавов также. И вот в различных пуранах, соответственно, прославляются свои эти божества. Если в сатвически говорится, что Вишну — это все и вся, а раджасических Брахма, а тамасических Шива, соответственно. И вот в шастрах говорится, что вот без Вишну никто не может обрести освобождение. И вот в Варанаси есть благословение такое, что тот, кто умирает в Каши, в Варанаси, он обретает мукти. Но, смотрите, нужно поднять все значение этой шлоки. То есть те, кто умирает в Каши, они крама-мукти обретают. То есть не моментальное освобождение, а постепенное. То есть Шанкар, он явится такой умирающей душе и произнесет имя, Тарак Брахма мантру произнесет имена Верховного Господа. То есть это не значит, что Шанкар Кришна, Шива может даровать нам мукти, он просто поможет нам в его обретении крама мукти. А Шукар Кшетри, где ушел Варахадев, то там что? И тоже такое можно мукти обрести. И в Гае все эти привидения и кто, в общем, застрял в таком теле привидения, то в Гае, если от их имени предложить подношение, то это поможет им освободиться. И там тоже условия какие-то есть. И вот там Вишну поместил свои лотосные стопы на грудь этого демона Гаясура и дал такое благословение, что если кто-то умирает в Гае на земле, он обретет такое освобождение в Варанаси Джалестхале, либо в воде, либо на земле. А в другом месте, в Шукар-кшетре,
Я, если умереть на земле, в воде или в воздухе, то тоже освобождение получается. А во Вриндаване никто не стремится к мукти, хотят обрести служение Господу, вечное служение. И вот Шастра Юнитват, значит, что мы должны найти самосознавшую себя душу, мы должны предаться лотосным стопам такой великой самосознавшей себя души и следовать его наставлениям. Но не все могут это сделать. И в Шастра говорится, что мы должны буквально продать свою голову лотосным стопам гуру и вайшнавов. И тогда в этой жизни, если мы предались им, то мы можем надеяться достичь Кришны. И вот есть тамасические пураны, они для чего? Они должны быть, чтобы контролировать таких тамагунных людей. То есть люди, чтобы не были совсем в тамагуне, их нужно как-то руководить ими. И вот такие тамасические пураны эту цель выполняют. А раджа, люди в раджа-гуне, которые постоянно хотят что-то делать, это для них раджасические пураны, они еще не зрелые для того, чтобы следовать сатвическим пуранам, поэтому следуют раджасическим. А кто-то достиг уже уровня сатвы и, соответственно, могут следовать сатвическим пуранам. И вот согласно способности, уровню, людей, они следуют им и получают каждое свое благо. И вот когда они избавятся от тамы, достигнут раджи, а с раджи до сатвагуны, а потом до шуда сатвагуны. И так постепенно. И Шастра Йонитва также значит, что Господь Он дал нам эту возможность, чтобы прогрессировать. I already told you, you can remember the sloka by Sukhdev Goswami speaking to Parikshit Maharaj. You can forget. How you forget? Nipritta mananam ichyatam matuto bhayam yoginam niponirnitam harirnamam kirtanam. The only way, Rajan, that you are to do harirnamam kirtanam. Harer namanu kirtan, anukirtanam. Non-stop kirtan and another anukirtan means under the guidance of Guru Vaishnava, not fast way. Анукиртан значит в соответствии с указаниями Гуру Вайшнавов. Up to now, not that. So, Sastra Yonitya, after that one or two another stroke tomorrow also I can this, otherwise useless this. You cannot understand. Also in, you know, you can find in Vedanta Sutra. И в Веданта Сутре можно найти. Там много сутр. Вот следующий Икшатена Асадьян. Это сутра подобная формуле. Что можно понять из нее? Или вот следующая мука подышат, что такое? И вот эти сутры веданты, они подобны кратким формулам. И вот что значит это все? Repetition of sabda. I can remember, just I forget. So now I come to this point, mokkhopadesha. If you are at all interested, вот если мы хотим обрести освобождение от этих трех гун,
материальной природы, жены Кали, они тоже в своих молитвах упоминают это. И вот если вы хотите избавиться от материальных оков, то мы должны зависеть от саду Гуру Вайшнавов и Бхагавана. И мы должны И только когда мы осознаем величие Верховного Господа, то тогда Мокша Суд, значит, люди объясняют, что слиться с безличным Брахманом, но нет, мокша это не то. И вот согласно Гауди Сиданте, что это значит? That is one slope, guys. That is what is this? Muktir hitva anmatha rupam sarupena vyavasthiti iti mukti. I can remember Baba Yamar Sarupuni, sometimes we forget. What is it? Muktir hitva anmatha rupam sarupena vyavasthiti iti mukti. It is the definition of mukti in Gauriya society. И вот это определение мукти в Гауди Вайшнавизме. Но Майвади думает, что избавиться от этого материального мира и слиться с Брахмой — это мукти, но эта мукти, она подобна самоубийству. И вот, give any value because mukti hitva anmatha rupam sarupena vyavasthiti iti mukti. If a jivatma is established in sarup, that is called actually mukti. What is the sarup? Jive sarup hai kishna nitya das. А когда что такое настоящее освобождение, это так, когда мы осознали себя вечным слугой Шри Кришны. И следующее, анаврити шабдят. Анаврити шабдят, анаврити шабдят, веданто. First slope, four part, first slope, first chapter, what is that? Janmadasya. And last, анаврити шабдят, анаврити шабдят. И вот, последняя шлока, она настолько важна, что два раза повторяется. А почему? Что это значит, эти слова? Анаврити шабдят. Анаврити значит не аврити. Аврити значит цикл. А анаврити, соответственно, остановить цикл. Anavriti sabdat means to stop recycle. What do you mean? I mean it is very typical because Vedanta Sutra it means to stop. И вот в Веданта Сутре говорится, что что нужно остановить наш цикл рождения и смерти. Шанкарачарья тоже говорил вот в этой шлоке об этом. И что это? Что значит второй значит Махамантра Хари Кришна Махамантра. Что мы должны повторять имена Шри Кришна.
Веданте тоже говорится, но майявади не могут понять этого. Они повторяют, но повторяют Ахам Брамасме. Но в этой философии майявады большая ошибка. Сам Шанкарачарья он утверждал, что они сливаются с Брамой, но он явился два раза. А такое двукратное его рождение говорит о том, что вся его философия неверна. Вот нужно понять, и Рупа Госвами говорит, что нужно не только повторять Харинам, а Харинама Самшраями, что нужно принять прибежище у святых имен. Нужно принять прибежище у Харинама. Рупа Госвами Пад не говорит, что нужно просто повторять Харинам, а именно принять прибежище у него. Причем не просто Ашраями говорится, а Самшраями, то есть полностью Самшраями. Особое это указание, но не все принимают эти слова Шрилы Рупы Госвами. И вот другая шлока. Икшатена асадбьям. И что значит эти слова? Мы говорится, что можно, но можно ли видеть звуки? И эта шлока говорит о том, что мы не должны пытаться видеть материальные звуки. А как видеть звуки? Звуки слышат обычно, а в этой шлоке говорится, что мы не должны пытаться видеть материальные звуки. Ну, эти материальные звуки вот можно видеть в форме кардиограммы или диаграммы или спектрограммы. Какой-то раньше были эти граммофоны. И вот там принцип такой был, что пластинка вращалась. И она либо воспроизводила за записанный звук. А когда записывали, то она, соответственно, своими колебаниями записывала звук, а потом воспроизводила. И вот Ведавьяс, он говорит нам, что мы не должны стремиться видеть материальные звуки. Что это значит? Что значит шабда-звук? А Ведавьяс, он хотел сказать нам, что шабда — это трансцендентный звук. Он хотел сказать нам, что мы должны стремиться к трансцендентному звуку. Почему он не сказал прямо, а вот косвенно? Как вот, чтобы прикоснуться к носу, можно просто вот так прикоснуться, а не через всю голову. Но есть причина этому, почему он сказал не прямо. И вот Икшатена Асабьям значит, что мы должны быть всегда стремиться к трансцендентным звукам, которые исходят от трансцендентных источников. No connection of battery, nothing.
they can go on singing Harikatha continuously. How? So this way, in this time I'm going to speak this way. I make some note also, I can speak. But first of all, I do like to recite. Сейчас мы как раз будет читать молитвы этих жен Кали. Vihayu kāmāna suṣhiraṁ dita vṛta na nātu pistam na ca sarva bhumam na pārmeshtam na rasādipātyam na yoga siddhira punarbhavam va vanchanti padrajaha prapanya jadesho na thāpo durapamannai samoyani krodavaso yopi ahisha Sansara chakra mamato sariya jadichatah sarvivava samasya namastubhyam bhagavati purushaya mahatmane bhuta vasayo bhutayo parayo paramatmane jnana vijnana nidaye brahmane ananta saktaye agunaya adhikarayo Namaste prakitaya cha kalayo kalanabhayo kalavayava sakshine vishaya tadupadrashte takkate vishahe tare. You have to recite this way, very strong. Now I like to remind you only that я хочу напомнить то, что жены Кали, они говорили, что это рождение в теле змеи, это оно плохое, поскольку оно тамасическое, и они полны злости всегда. Но все же они очень удачливы. He is going to care. You are giving punishment? No, this kippa. И это не наказание, а милость для нас, поскольку мы не знаем, какие аскезы мы совершали. И вот говорится, что Господь недоволен простыми аскезами, может, какие-то особые аскезы мы совершали. И может быть, This formula was there. I mean, Kaliya Patni, as the wife want to say, must be he had some kind of Vaishnava attitude. Others have your satisfied. But they want to speak this way. But we found so many grounds behind Krishna's kripa. Main those Kaliya Patnis, Mahabharata there. So, Tapaha sutapta kimanena purvam nirasta manena cha manadena dharma athava sarva janana kampaya yato bhavan stu sati sarva jiva. Where you are not? In every jiva you are. He is inside you. He is inside you. И вот Господь, Он в форме параматмы пребывает везде. Во всех существах. Одно из качеств Кришны, Он вездесущ, в каждой пылинке, как Прохлад Махарадж, когда Он был спрошен, Хираньякашипу, где твой Господь, если Он в этой колонии, то Прохлад сказал, да, и там Он есть. И что случилось? Он ударил эту колонну, и колонна сломалась, и я оттуда вышел на Нарисимхадев, чтобы доказать, что мой слуга никогда не говорит лжи, я вездесущ, нет места, где бы ни было меня.
Я везде, я внутри колонны также, и мой преданный Прохлад, он уже сказал тебе. Кришна внутри нас также. И почему мы не можем видеть его, Кришна внутри нас, внутри каждого? А почему мы не можем видеть? Но не все достигли такого уровня, чтобы видеть Кришну в себе и в других. Но мы должны достичь этого уровня, и тогда все проблемы кончатся. В тот момент, когда мы осознаем, что Господь, Он внутри нашего сердца, Он друг всех, всей Вселенной, нет никого, кроме Кришны. Кто, кто спасет меня в любом лесу, в Гималаях и везде. Вот Махарадж был в Гималаях после Гамука, а там три раза поскользнулся где-то. Это очень опасно. И вот I miss my leg three times. And some Nepali Brahman was there with me, is my god brother. Oh, you are going to die, oh! Somehow I checked. И вот там от Махарадж, в общем, по милости Господа, он как-то смог там пройти в эту, дошел пешком до Амарганги. И вот там говорится, что если молиться в том месте какому-то полубогу, то они будут вынуждены прийти. Это Стапабуми, Сидабуми. Два часа дня, если... А там все время как утро. Но там тяжело добраться, дойти до этого места, и там, ну, по дороге от правительства висят плакаты, что за вашу смерть не отвечаем, если будете сами добираться до этого места, там сложно дойти. So you see, that is the. И вот. So you are going to be satisfied, but not that everybody. So many people doing yesterday events. Maybe he has some special touch. Amani man. Now those Kali Patnis, they cannot understand. И вот жены Кали, они продолжают, как это возможно, что. Калия, он получил пыль из твоих лотосных стоп, не просто там, где прошел Кришна, а Кришна своими стопами, он прикоснулся к его головам, и что же еще ему нужно? И вот я говорил об этом преданном, который был проклят без какой-то видимой причины. А это женщина была, вот, муж ее разгневался, проклял ее, и она стала камнем. Ахали ее звали, она стала камнем, и вот статуей стала. И Трета-юга уже прошла, и Шри-Рам. Вот он сказал, вот в Трета-югу, когда Рамачандра будет мимо проходить, наступит на тебя, то ты опять станешь человеком. И вот Рамачандра проходил, прикоснулся к этому камню, это Ахальян, она вышла из этого камня, начала молиться, принесла свои поклоны Верховному Господу всем сердцем. И смотрите, это проклятие обернулось великим благом. Потом еще кто-то был из какой-то очень низкой касты, Шабари звали, ну, с какой-то этой, с низкой касты, в общем. И однажды Гаутамья
попросил принести ее, а сказал ей, что иди собирай цветы и плоды, и Рамачандра придет и примет твое подношение. И Шабари ждала, а когда же Рамачандра придет, она каждый день собирала фрукты и цветы и ждала. И она следовала, смотрите, словам Гурудева. Он сказал, что Рамачандра примет твое подношение. И она верила в его слова. И смотрите. И однажды, ну там лет там 50 прошло или больше, и Рамачандра, он проходил, проходил там и вот, а вот случай с Ахали, она по проклятию своего мужа стала камнем и тысячелетия лежала там, но когда, смотрите, внутри этого проклятия была милость. Она получила даршан самого Рамачандры, и Рамачандра наступил на нее. Если бы она сама совершала какой-то баджан, то не было никакой уверенности, что она получит даршан Рамачандры, еще и Рамачандра своей стопой прикоснется к ней. И вот этот, когда в случае с Гаджендралилой крокодил был проклят, но он был впоследствии убит самим Господом. И Шабари также, она долгое время, лет 50 ждала. И Рамачандра пришел и говорит: «О, Шабари, принеси мне воды». Ришимуни, они были удивлены, что какая-то низкокастовая, с низкой семьи, с каких-то этих лесных жителей Шабари, а мы тут аскезы совершаем, она не у нас воду просит, а у нее. Но у Рамачандры особая техника была. Он сказал: «О, Шабари, принеси воды». И Шабари посмотрел на Рамачандру и на Ришимуни и думал, а что же делать. И Рамачандра сказал: «Иди, принеси воды». И когда Шабари пошла, прикоснулась к водоему, который раньше, когда она ходила к этому водоему, и этот водоем как-то осквернился, стал страшно вонять, и эти ришимуни Шабаря обвинили в этом, что из-за нее весь пруд пропал. И сказали: «Мы же тебе говорили, не трогать это озеро, смотри, как оно испортилось, что стало грязное, вонючее, и все из-за тебя». А Рамачандра хотел им показать, что это случилось из-за того, что эти ришимуни оскорбили Шабари, поэтому это озеро испортилось. И поэтому он сказал, попросил Шабари, чтобы она принесла воды для него, и тем самым очистила озеро. И Санатан Госвами, когда Махапрабху обнял его, то он сказал, что обнимает, я хочу очиститься, обняв тебя. И вот Махапрабху сказал Санатане: «Я прикасаюсь к тебе, чтобы очистить себя». Это в Чайтанья Чайтамрите случае описывается, вот в этой шлоке. Это чистота, которая в тебе, ее нет во мне, и поэтому я хочу прикоснуться к тебе и очиститься. Но куда ты бежишь? И вот смотрите, таким образом я могу показать, что преданные, они превыше всего. Это не что-то новое, и эти
жены Кали, они обрели стопы Говинды. И их просьба, молитва Кришне, она не может быть проигнорирована. И вот те, кто обретают пыль из твоих лотосных стоп, они не хотят даже стать Индрой или еще кем-то, даже Брамы. И не хотят, а точнее сначала говорится, что они не хотят стать властелином мира или властелином небес, или даже властелином всей вселенной, как Брама. То есть сначала вот говорится, то есть это здесь говорится в порядке увеличения. No, never the one. No, yoga siddhir apunar bhavamba. They never wanted to stop their cycle. They never like to submerge with Brahma. No, yoga siddhir apunar bhavamba. И вот такие преданные не хотят слиться с Брахмой или достичь йогических совершенств. И 18 йогических совершенств и еще каких-то остальных. Они не стремятся к ним. И те, кто обрели пыль из твоих лотосных стоп, они не стремятся ни к чему. И вот что пишет Шрила Бхактивинода Тхакур в своих киртанах. Long time hearing foolish, cannot. Tomar sevai sukho hai yato sevato param sukh. In your service, when I am going to serve you, Guru Vaishnava and Bhagavan, so many trouble can come in my life. Still I can. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, если в служении тебе много проблем приходят в мою жизнь, но все же я воспринимаю их как то есть я не беспокоюсь об этом и чувствую огромное блаженство от служения тебе, от служения тебе. То есть какие-то люди могут говорить, что не нужно идти там кому-то, лучше к ним идти, но бывает такое частенько. Вот я думаю, что все матхи — это наши матхи. То есть, ну, Махараджа такое, как такое широкое видение, он не делит всех на ну, наше, ваше, там, чье-то чужое, а он все видит как наследие Шрилы Прабхупады. Шрила Гурудев, он никогда не стремился никаким богатством в своей жизни. И я тоже пытаюсь вести свою жизнь подобным образом. И вот смотрите. И вот те, кто обрели милость твоих лотосных стоп,
что, какой смысл стремиться к чему-то еще. И так или иначе, если мы родились в таком тамсическом рождении, но я не знаю, по какому запасу сукрити, если мы такие существа, они могут получить пыль с твоих лотосных стоп, то... то все остальное уже не будет привлекать никак. И вот говорится в этой шлоке, что вайшнавы, они подобны древам, исполняющим желания, и таким образом вайшнавы, они исполняют все наши желания. И вот смотрите, в другом киртане говорится, что по молитве вайшнава Кришна, он дарует нам свою милость. И вот Кришна, почему он не убил Камсу, точнее этого, не убил Калию? И вот Махарадж завтра объяснит все остальное, как умонастроение Кали изменилось, что жены говорили и прочее, прочее. Вегай санга тада прамо панишадай гаянти ям санага Дэнаваси тададгати наманаса Асванти ям йогина Ясам нам ясам Ясам там навиду сура сурагана Девайта асмай намаха Ванчага Бхагавадгита. Вот Сиддхананда.